Всем привет! Влад с Харькова сейчас будет рекламировать Татьяну Кузьмук из Запорожья. Это ее маленький был прислан несколько лет назад, Лимончик. Так, имя его Эврика. И посмотрите, вот как уже плоды он приносит. Так, видите, он стоит к окну по бирке. Нельзя резко поворачивать. Сейчас я его разверну. Так, и вот плодики висят. Посмотрите, один плодик, второй. Он такой уже почти скоро готов. Еще несколько недель, и можно будет, совсем желтый он будет. Это старый лист, он умирает, а молодые вот дают поросль такую. Да, надо его уже пересаживать деду, но дед не спешит. И по возрасту ему уже 6-й год, наверное, пошел. Видите, а в таком горшке вот литровая банка, чуть не упал. Придется все-таки пересадить, бо падает. Так, и посмотрите, цветет. Оставляем плодик. И обязательно ягодку, чтобы можно было запах. Классный запах. Жаль, что вы не чувствуете запах жасмина цветущего. Вот такие хорошие, мощные листья. Да, где-то кормит ее, питает. Здесь сухие листья, вот если опадут, я ее сразу сюда ложу. Для чего? Чтобы замульчировать. Когда жара сейчас стоит в Харькове, надо поливать ее каждый день. Лимон Эврика. Так, сухая веточка, надо будет пообрезать. Колючки вот есть, видно. Оставил одну колючку. Вообще я стараюсь удалять колючки. Неудобно резать колодцы им. Так вот. Полив каждый день. Вот такая масса листьев, представьте себе, простынь такая висит. Она высыхает буквально за час. Но я поливаю раз в день. Пришел с работы, в первую очередь не хавать, а полить. Так, и вот еще могу обрадовать. Вот еще один бутончик будет цвести. Я даже сам не увидел. Так что заходите почаще, спрашивайте. Спасибо, что зашли, посмотрели. Листья, видите, у него такие вот тоже острые. Похож на юбилейный. Вот острый лист. Ну, надо помыть, конечно. Желательно в чистоте содержать их. И поменьше яда. Потому что плоды самим же приходится дегустировать. Спасибо. Заходите, смотрите. Плейлист есть «Цитрусовые растения» у деда на канале. Харьков. Всем доброй еды. А Тане Кузьмук низкий поклон за классное растение, присланное деду несколько лет назад. Пока.